Добрый день, друзья! С вами опять Лусина Луканян из Local Experience по Армении. 26 июля 2020 года, 8 часов утра. Выезжаем из Еревана. Вот так мелодично и красиво началось наше путешествие к горе Ухтасар. Пока мы в масках, это еще в черте города, скоро будем на природе и будем дышать полными легкими. День шикарный, погода не подвела. Выезжаем на трассу скоро, вот это уже Араратская долина, и мы смогли запечатлеть нашу библейскую гору Арарат. Вот вы видите, маленькая вершина – это Сис, и выше вот на ней снег лежит – это Масис. Часа через два – кофе-брейк. Итак, мы на лоне природы. Арени. Мы остановились у речки. Конечно. Кофе. Вот так вот. Хорошо, поставили, варится все. Наш гид-водитель. И друзья. Вон наверху Инесса делает вид сверху, у меня вид снизу. Шикарные скалы, просто невообразимо. Кто же все это создал? Итак, кофе-брейк удался. Кристина, наша главная по кофе, она не разрешает нам пить кофе из разовых стаканчиков. Так что всем всего досталось сладкого, кофе, фруктов. Отдохнули от дороги, подкрепились, побеседовали, пошутили, посмеялись, полюбовались природой здешних мест. Участники поездки вы видите, а вот главная виновница торжества Анна. У нее сегодня день рождения, это ее заказ. Поездка на Ухтасар. Так что, полюбовавшись природой здешних мест, нас ждет Ухтасар. До новых встреч!